Стойкость духа и готовность идти до конца. Качество настоящего спортсмена, даже если ему всего от 5 до 7 лет. Футбольный чемпионат 5+, стал ареной нешуточных страстей и спортивного азарта, возможно, и благодатной почвой для роста будущих именитых футболистов. У зрителей и участников соревнований были все условия для того, чтобы получить удовольствие от проведенных игр. И вот муниципальный чемпионат школы Росатома 5+, окончен. Спортивная дружеская борьба внесла коррективы в турнирную таблицу. Из 8 команд в финал вышли 2 – детский сад «Ивушка» и детский сад «Мишутка». Финальная встреча не предвещала легкого исхода. Мастерство команд было на одном уровне, и предсказать победителя было невозможно. Но результат зафиксирован. 5+ становится команда детского сада «Мишутка». Со счетом 3-0 команда «Мишутки» с легкостью завоевала победу. У нас были тренировки очень упорные перед соревнованиями. Мы подходили, мы выходили. С ласточкой. Занимались в детском садике. Мы выносили свои ворота, та же, которая у нас отведена именно наша площадка. Мы проводили наши тренировки. Возможно, команде из «Ивушки» не хватило опыта или должного настроя. Тем не менее, такой результат не повод расстраиваться. У ребят еще не раз будет возможность проявить себя. А победителей ждут следующие матчи уже на зональном этапе. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.